Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. Всем привет, с вами Кирилл, и вы на канале Кирилл Гейм. И сегодня мы играем в криминалочку на сервере Мамазин Ролеплей. Седьмой сервер. Итак, Моник здесь, Кирилл Путбуль. И сегодня я хочу себе купить новый дом. Смотри, какой домик просто по ГОСТу стоит в Бусаево. Вот такой вот, тоже прикольный. И здесь 24/7, кстати, есть. Я не знаю, но по ГОСТу или нет. Если да, но, блин, она, по-моему, дорого стоит. Если даже по ГОСТу стоит. Не, она куплена, 2 ляма стоит, короче. Ну, такое себе. Я хочу себе домик новый купить, потому что, ну, пацаны, я слил свой бизнес в ГОСТ, кто не в курсе, предыдущую серию посмотрите. И новая жизнь начинается, я начинаю активнее и активнее играть на седьмом сервере, просто каждый день играю. Я уже в третью серию записываю за сегодня, поэтому... Так, короче, я эту дом, наверное, хочу купить себе. И кое-что хочу посмотреть, бизнес здесь по ГОСТу стоит или нет. Если стоит, то это хорошо. Тут есть бизнес 24/7, может он по ГОСТу стоит. Если он стоит лям. Ну вот он, короче. Если он лям стоит, я бы его купил чисто для серии, чтобы ленты покупать. Так, да, он по ГОСТу стоит, кстати, смотрите. Он лям стоит всего лишь. Возможно, я себе его куплю чисто для серии, чтобы он был у меня. Чтобы снимать супер трюки на бэхе. Вот она. На этой бэхе. Чтобы ленты именно у себя покупать, чтобы в себе деньги ложить в карман, грубо говоря. Поэтому не знаю, может я его и куплю себе. Точно еще не знаю, точно сказать не могу, короче. Ладно, поехали тогда в Горель. Я сливаюсь там свой дом, как у меня админ подарил. Конечно, да, блин, жалко его сливать будет на самом деле. Но у нас новая жизнь, пацаны, все сначала. Я активно начинаю играть на 07. Вы там заходите, тоже вводите мой ник. Кто не знает, кстати, я страйк получил. Я не могу стримить теперь 3 месяца. Я могу только серички снимать. А стримов, пацаны, не будет до 12 августа. Да, к сожалению, да. Ну ладно, ничего страшного, думаю, серички, думаю, будут выходить регулярно. Я вот специально записываю, у меня сегодня выходной, кстати, да. Из-за того, что дождь был. Поэтому у меня выходной, а так я целыми днями работаю, на самом деле. Поэтому как-то так. Сейчас мы возьмем скутер тогда, арендую я этот скутер в Гореле, чтобы доехать потом до Бусаева и купить дом. Так, все, берем скутер. Тачка у нас заглушена, чтобы доехать до Гореля. Все, быстренько садимся, у нас есть 10 лямов. Конечно, блин, да, я, блин, столько бабок потерял с покупкой бэхи и спортзала. Ну, блин, я покупаю то, что мне нравится, пацаны. Красиво жить не запретишь, конечно, да. Вот этот мой домик. Придется выстрелить в ГОСТ, короче. Ну, потому что я хочу себе какой-то элитненький домик. Сами, думаю, понимаете. Так, 700... Ну, где-то 500 тысяч мне сейчас саду, да, по идее. А не, стоп, не мой дом. А, мой следующий, стоп, вот. Что-то я что-то попутал. Вот мой дом. Вот это мой дом, по-любому. Да, конечно, место хорошее, но, блин, хочется уже какую-то литку купить. Так, давайте холст пропишем или... sell холст. Так, 560 тысяч. Все, я продал его. Деньги у нас в банке, да? Ну, окей, тогда я сниму их потом. Сейчас сразу купим элитный интерьер, я думаю. Прям сразу. И будет все заебись. Так, все, я подъезжаю. Вот мой домик, какой я буду покупать. Блин, надеюсь, у него есть где-то 2 ляма. Потому что если будет больше, то это будет хреново. Я рассчитывал на 2 ляма, что у него есть. Да, у него есть 2 ляма. Все, берем. Все, я купил его. Все, заебись. У меня остается... Ебать, у него интерьер сразу охуенный стоит. Лол, у него интерьер дорогой стоит сразу. Стоп. Да, у него высокий класс. Ёпту, вот это бабки я сэкономил просто, пацаны. Вы не представляете, как я бабки сэкономил. Пришлось бы за 500 тысяч покупать бы интерьер еще. Если бы он не был. Ну, сейчас тогда аптечки, я думаю, купим сразу. Да. Надо за него заплатить. И надо съездить, посмотреть, еще один бизнес, может, он по ГОСТу стоит. Тот, что возле Алькатраса. Я бы его купил, потому что мне он очень нравится. Именно место расположения его. Я бы его из-за этого взял бы. Не, к сожалению, вот именно он куплен. Вот это, конечно, обида, обид просто. Я именно здесь хотел бы купить. Потому что место хорошее такое. Ладно, поехали тогда, я заплачу за него. И, наверное, куплю аптечку и шкаф тоже. Кстати, можно будет семью создать, но не знаю, это, наверное, попозже будет. Сейчас немного разрулю здесь.
там что-то надо будет, может, тачку куплю новую, может, кабана продам, ну, не знаю, это не точно насчет кабана. Давайте платим дом сразу на... Оплатить дом на... Ну, давайте на 29 дней оплатим сразу. Так, баланс. 474 снять. 74. Вот так вот снимаем. Чуть не хватает, чтобы было 500. Ну ладно. План бизнеса, бизнеса у вас нету. Блин, можно купить еще 24/7, но я не знаю, стоит ли это делать вообще. Я думаю, нет, но хз. И можно было бы еще скин себе какой-то купить, но это тоже не обязательно. Давайте чисто по фасту, короче, заедем в казино. Может, там с кем-то поиграть можно будет. У нас бэха стоит без номеров. Сейчас быстренько залетим, может, с кем-то сыграем, если, может, и скин куплю. Потому что, не знаю, я не хочу подняться чуть-чуть, хотя бы 200 тысяч каких-то. И будет заебись, я думаю. Так, вот 200, давай, давай, чувак, я тебе 200 кину. Дай 120, 200 тысяч. Фаст там просто. А, он слил. Бля, такое себе. Слил я 100 тысяч, окей. 50 тысяч выиграл. Ну, такое себе. Так, все, я поднял, короче, немного бабла. Можно, в принципе, идти. У меня было, по-моему, 400. Ну, я чисто забежал, чисто по бурику в казике сыграть и все. Короче, погнали, я думаю, скин уже сразу купим. Я думал, в следующей серии. Ну, ладно, давайте в этой серии купим себе быстренько скин какой-то. Блатной. Хера себе парковщик от бога просто. Куплю скин, наверное, как у меня на первом сервере, в принципе. И все. Сейчас увидите какой-то скин. И будет все заебись просто. У меня просто... Он заменен еще у меня просто. Так, давайте самый конец листаем. Вот он, это скин. Это вообще нехер, если что, за 400 тысяч. И нажимаем купить. Все. Теперь у меня вот такой скинец будет. Мой фирменный скин, мой именной скин, можно сказать. Мне он вообще по кайфу. 400 тысяч стоит. Это нехер тут, короче, гангстер. Кто не понимает. Такой черный. Ну, можете потом зайти посмотреть какой-то скин, короче. Я думаю, вам и так понятно. Ну что ж, на этом я буду заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Не забывайте вводить мои регистрации. И всем пока-пока.